Капитальный ремонт 5-километрового участка дороги Лиственничная-Охотская близится к концу. Объект, который должны были сдать прошлой осенью, достроят в ноябре. В зоне работ уложили асфальт. Там появились 6 автобусных остановок. Специалисты также восстановили водопропускные трубы. В ближайшие недели здесь должны установить освещение, довести до ума присыпные обочины и обезопасить трассу бордюрами. На реконструкцию потратили 468 миллионов рублей. Этот участок дороги не единственный, где ведут ремонт. Строители завершают работы на отрезке в 13,5 километров в сторону села Охотское. Там полностью уложили асфальт. Сейчас устанавливают ограждение и наносят дорожную разметку. На это потрачено 295 миллионов рублей. Это как областные, так и федеральные средства. Закончить здесь обещают в ноябре. Кроме того, сейчас ведутся конкурсные процедуры по... для получения подрядчика по еще одному объекту ремонта тоже вот этой автомобильной дороги Лиственничная-Охотская. До конца ноября планируется устроить асфальтобетонное покрытие новое, переустроить существующее, которое пришло в негодность, на протяжении еще 6,2 километра. Общая протяженность трассы Лиственничная-Охотская составляет 37 километров. До конца текущего года обещают отремонтировать 25 из них.